Россия – многонациональная страна. На территории своих предков живут, ведут хозяйство и поддерживают традиции коренные народы. В нашей стране выделяют 47 малочисленных этносов. Для этой категории граждан предусмотрены особые права и льготы. Для формирования списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, предусмотрена особая процедура. С целью обеспечения реализации социальных и экономических прав лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, федеральным законом от 6 февраля 2020 года, номер 11 ФЗ, внесены изменения в федеральный закон о гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации. Значит, нововведение предусматривает формирование и введение федеральным органам исполнительной власти списка лиц, значит, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации. Законом также предусмотрен перечень документов, необходимых для постановки на учет, закреплены основания для отказа в учете заявителя в качестве лица, относящихся к коренному малочисленному народу Российской Федерации. Значит, также органы государственной власти, органы местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды не вправе требовать представления лицами, относящимися к коренным малочисленным народам Российской Федерации, документов, содержащих сведения об их национальности. Данный федеральный закон вступил в законную силу 17 февраля 2020 года.